Привет! Мы группа Little Big. И с нами вместе Нета. Да, потому что мы создали совместный сингл Мусташ. Ага. Настало время съездить с нашим новым синглом Мусташ. Да, куда-нибудь в... Или в Италии. Ага, может... Саскачеван. Ага. Или отправиться в Польшу. И? А может... Британская Колумбия. О. Ну куда? Куда мы поедем вместе с Нетой? Со своим новым синглом... Бусташ. Вам поможет Печкин туточный? Я, конечно, знаю. Вот, у меня в портфеле есть конверт с названием страны, куда вам надо отправляться. Но я вам конверт не дам. Потому что у вас документов нету. Как нету? Есть у него паспорт. У меня тоже паспорт. А у этой неты нету российского паспорта. Она гражданка Израиля. Так что... В Израиль буду посылать я ее. Пока другие помогут. Ваня! О, для вас я сейчас для вас строю летучий корабль. И сможете полететь прямиком к Маше. Не руби дерево! А как я построю летучий корабль? О, строй тогда. Я думал, это Маша опять чудила на моем дереве. Не умеешь ты, Мишка, общаться. Да. Ладно, я буду строить. Так, пока строится корабль. Мюнхгаузен и Джин. Всемогущий Джин, не будете ли вы так любезен? И не скажете ли вы группе Little Big и Нетте страну, куда им отправиться? Эй, ты, Мюнхгаузен, ты не видишь, что я делаю? Я кушаю. Да, я кушаю, я обедаю. Пошел вон отсюда. Эх, ладно, придется мне самому азбуку выучить. Искра. Так. Салли. О, поселитесь у меня поселитесь. Приз. О, приз лучшему синглу. Польша, первый балл. Буст. Ну куда точно нет, не поедем, там пусто. Так. Обезьянь. Кушать. Ясно. Обезьянкам не до нас. Машина, сестренка Даша. Ну? Да, я только что из школы. Я учила русскую азбуку. Бачок, смольной бачок. У него рога, а не усы, вообще-то. Иванушка. Так. Сундук. Это пираты. Принцесса. Ох, ты меня назвала принцессой? Ой. Меня она принцессой назвала. Нет, меня. Меня. Ах, ладно, Польша, второй балл. Потом разберетесь. Маша. А знаете, что сегодня утром было? Сегодня утром мне Миша рассказывал историю про македонского. Про великого македонского. Да. Который сражался. Все не сражался, всех побеждал. У него денег много было.
А еще у него был красивый конь. Да, черный конь. Вот, так что поищите черный цвет в флагах. А я поехала. Черный цвет в флагах. Так, тут нету. Италия нету. Нету. Куда Маша поехала? Подсказку не дала, уехала. Так, кот Базилия и лиса Лиса. Ха. А зачем нам что-то помогать? А лучше послушаем песенку. Вот сколько нас тут? Два. Вторая песня. Ну, и куда же ваш вагон катится? По всему Варшаву. Трефибал Польша. Великолепный Гоша. Что вам от меня нужно? У меня все, я уже устал, у меня мозг больше не работает. Я читаю, но ничего не вижу. Я даже телевизор не включил, потому что ничего не слышу. И вообще я устал, видите, ножки у меня уставшие. А еще я хочу выпить чашечку кофе и съесть вкусное яблоко. Так что не мешайте мне, пожалуйста. А если хотите, я вас отправлю в... к Африку, к львам, тиграм и слонам. А есть вообще тут Африка? Нету тут. Нету Африки, Гошенька. Ну я же говорил, из меня помощник сегодня никакой. Я уставший. Ну ладно. Волк и заяц. Ха-ха. Мы первые! Вообще-то мы выиграли регату. Победитель регаты — яхта «Беда», а не яхта «Ну погоди». Ну, и куда же ваша яхта поплывет? В Италию, в Рим. Ага, первый бал, Италия. Плейвой. Ух ты, ням-ням-ням. Ну что, не ждали? Ну, кот, готов ли ты мне услужить? Конечно. Готов ли ты мне дать бриллиантиков? О, накормить меня, спать уложить? О, да, готов. Ну и куда же мне приезжать к тебе? Там, где замки. Там, где замки. И где же замки у нас? Ну, один в Италии находится. Этот, в Ватикане. В Ватикане. Ну ладно, Италия второй бал получает. Попугай Кеша. Так. Так. Вот я, например, летал я как-нибудь там на Таити. Вы были на Таити? Девочка, были на Таити? Мы спортсмены, а не обоедены. А, нет, не Австралия, а Таити. А ты, дружочек, был на Таити? Да это ж объедение просто.
Ну это вы как мой кот, говорите, что вас и тут неплохо кормят, обедение у вас. А кто из вас был на Таити? Я настоящий парень. Был в Таити. О, ну значит ты меня поймешь. Тут нужны кардинальные меры. Да? Тогда я, нужно попросить рыбку, по-моему. Пусть исполнит желание группы Little Big. Инеты. Инеты. И отправит их в Польшу, в Варшаву. Четвертый бал. Отдай ты наше письмо, Печкин! Иначе мы зовем дяди Федора и тебя закапывает. А документы есть у этой неты? Какие у меня документы? Я игрушка, понимаешь? Игрушка, я той. Она you're той, not your toy. You stupid boy, stupid boy. Я не stupid boy, не надо меня тут обзывать. Печкин и stupid boy. Я даже азбуку умею. Нормально, меня stupid boy'ем назвали. Меня ботаника. Самолет. Вот сейчас полечу и буду Соскочевание тусить. Нюхать цветочек Соскочевана. А ты можешь свой зеленый цветочек нюхать. Первый балл. Игуана. Так, ну явно в Италии нету таких. Парашют. О, это экстремально. Ладно, Польша, пятый балл. Баран. Так. Ну вот, построил я летучий корабль. Теперь забава моя. Теперь... куда ты полетел? А помогать? Ну, я к забаве. Нормально, помощник. Ну, придется Мюнхгаузену тогда. За джином приговорить азбуку. Любезнейший Джин, не будете ли так любезен, не поможете ли группе Little Big найти подсказку? Пошел вон отсюда! Не видишь, а кушаю! Ах, опять мне надо вместо этого Джина что делать? Ну ладно. Белоснежка! Да, я тут. Я тут. Ага, яблочко хотите, да? Гаджина. Нет, я не хочу отравное яблоко кушать. Ты повнимательней, Мюнхгаузен. Ладно, ладно. Паровозик. Паровозик по Польшу. Шестой балл. Иван Царевич. Да. Это Иван Царевич, он пошел за принцессами. Нам там делать нечего. Страшила! Кто? Я? Я же сказал тебе, будь внимательней с выражениями. Пошел вон отсюда! Опять прогнали Мюнхгаузена. В каждом маленьком ребенке и мальчишки, и девчонки. Жрать, кушать, кушать. Вот вам яблоко. Одно на четверых не потянет. Вот еще одно яблоко. Маловато будет. Запить чем-нибудь. Можешь зелье выпить. О, это типа как кисель или компот. Ясненько. Тут жрать нечего. Кушать, кушать, кушать. Кто тут разорался? Кушать, 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 кушать. Ах, вы бедные обезьянки Африки. Как мне жаль вас. Ну, у меня нет ничего кушать. Я могу вас снегом накормить. Упс. Снег, нет, нет! Мы не хотим заболеть. Ну, подождите до Нового года. А пока выучите песенки. Новогодние.
не рождественские. И тогда я приду и вам принесу вкусные подарки. Ох, ладно, будем ждать. Сестренка Даша опять будет азбуку выучить. Почему мне все время? Почему Маша никогда ничего не делает? Потому что Маша растеряша. Да, потому что мой красный... Вей, Мишкина машина в ремонте. Да, и мне надо смотреть за ремонтом. Так, красная машина, красный цвет, флагов есть где-нибудь? Саскачеван 2 балл, Италия 3, Польша. Все баллы получает Маша. Да, ладно. От этой Маши никакого толка. Помощи. Да, я вот. Паучок. Пауки, я боюсь пауков. Чех, уйди отсюда. Маша. Я сейчас. Именинница. Да, Даша именинница. Слон. Соскочевание в Канаде. Да вы что? Бармалей. Вот, слышала, Маша, там бармалей в Африке. В Африку не надо идти гулять. А куда надо идти гулять? По планетариуме, Маша. О, ну да, поехали, Даша, в планетариум. Хватит радоваться, Маша, мы уже здесь. Вот луна, Машенька, видишь? Вижу. А звезды есть там? Ну, конечно, есть, Маша. Ищи в флагах звезды, понятно, Маша? А планеты есть там? Ну да, есть планеты, Маша. Так. Вот солнце в Британской Колумбии виден. Так, 3 балл. И все. И нету больше ничего. Выкинули нас из дома. Теперь вот мы бродяжничаем вокруг света вместе с Фунтиком. Это Буратино нас прогнал. Хорошо, что мы Фунтика нашли. Ну, и где же вы бродите вместе с Фунтиком? По Италии. 4 балл, Италия. И даже в Италии гондолы есть. Да. Венеции. Да, мы видели, что там еще есть интересное. Моды в Италии. Ага, круто. И даже... Много воды, да. Много воды вокруг. Ладно, 5 балл даже Италии дать. Слушай песенки, Гошенька. Ну, песенки послушать я еще могу, да. Еще не слишком. Так, сколько у меня букв? Гоша. 4. Куда же на белом корабле уплывут группа Little Big и Netta? В Польше. 8 балл. Так. Ура! Мы опять первые! Так что первую песню слушаем! Какой у нас бычок? Оранжево-белый. Белый оранжевый цвет. Так. Польша. 9 балл. Италия. 6 балл. Соскочеван. Все баллы получают. Опять вы, бестолочи.
Ну, и зачем так? Давайте лучше, так сделаем. Зайца уберем и... Поставим эксперта. О, да, ясно. Там уже любовный треугольник. С Вульфом. Не будем мешать. Итак... Вау, привет! Суперсемейка! Наверняка вы знаете, самое лучшее место для концерта Little Big и Nettie. Буду проходить в Варшаве. Вот это гимн, это я понимаю. О, ларшки. Польский земли до польски. Марш Добровский, земли польски. Итак, Little Big и Нета с синглом Мусташ отправляется в Польшу, в Варшаву. Марш, марш, Добровский.